Робот, 6 ног, плата с процессором и 5 сенсоров. Робот должен сначала пройти, потом прокатиться и пройтись по вот этому коридору и в конце остановиться. Над проектом работали программист Алексей и читатель Стас и камераман Максим. Ну что, загрузка прошла уже? Да. Данных на робота. Так, сейчас у него включаются сенсоры, с помощью которых он будет идти по коридору. Как обычно, они включились раньше времени, и робот начинает не туда рулить. Есть. Включаем все ноги.